Между тем, очереди в МФЦ добавят еще и пенсионеры. Руководитель регионального пенсионного фонда сегодня рассказал о новшествах пенсионных начислений. Решение проиндексировать пенсии на 4% все-таки принято в Москве. Но появился целый ряд нюансов и сроков, о которых и шла речь на сегодняшней пресс-конференции. Итак, индексация пенсий для неработающих пенсионеров произойдет с 1 февраля. По работающим пенсионерам перерасчет произойдет только с 1 августа. Но для того, чтобы пенсионеру попасть в реестр перерасчета, ему необходимо принести или отправить по почте соответствующее заявление, приложить к нему копию трудового и страхового свидетельства до 1 февраля. В противном случае индексация произойдет ровно через месяц после момента обращения. Появились новшества и по самой индексации пенсии работающим пенсионерам, которая произойдет с 1 августа. Всю подробную информацию можно узнать у специалистов в пенсионном фонде и в многофункциональных центрах. Николай Пасынков также добавил, что в ведомстве допускают еще одну пенсионную индексацию. Она может произойти во втором полугодии 2016 года.